Thank you very much. Большое спасибо, господин председатель, и большое спасибо за то, что вы меня пригласили на эту очень важную встречу, на эту конференцию. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов, и огромное спасибо за Татьяне Семиглазовой для того, что меня пригласили сюда. Мы с вами говорим о акселярной области, все о, я буду говорить о рекомендациях BGICC. Здесь у нас приблизительно 3000 разнообразных экспертов принимали участие. У нас 8 площадок международной экспертизы из всех областей и приблизительно 15 международных обществ, включая АСКО, ИСО и Международное общество хирургов и врачей, занимающихся РМЖ. И надо сказать, все они поработали на разных конференциях и в образовательных проектах. И вот это эксперты, которые включали свое мнение в консенсус, включая профессора Татьяну Семиглазову и Руслан. Это российские эксперты. И вот это у нас распределение панели наших экспертов по странам. Вы видите, что здесь они приехали из абсолютно разных уголков мира. Опять-таки, это великолепная панель специалистов. У нас хирурги, радиологи, радиоонкологи, онкологи и патологи, ну, патоморфологи. Вы видите, что они определили методологию консенсуса. Вот это был модифицированный процесс Делфи. Вы видите, они начали с обсуждений, с голосования проходили. И сегодня они находятся на уровне написания манускриптов, рукописей и распределения их среди общественности. Итак, если мы говорим об работе в подмышечной зоне, то надо сказать, что мы должны прежде всего оценить при помощи биопсии, определить отрицательные лимфатические узлы, определить сторожевые, статус сторожевых лимфатических узлов, понять, насколько положительно или отрицательно, и затем работа в подмышечной области в зависимости от первоначальной клинической ситуации. И когда мы начинаем оценку подмышечных акселярных лимфатических узлов, прежде всего это ультразвук, это первый выбор визуализационной техники. Затем, если у нас клинически положительный, то патоморфологическая верификация должна быть сделана, но надо сказать, что это патоморфологическая верификация должна быть сделана. И если мы говорим с вами о лечении негативных пациентов с негативным статусом акселярных узлов, надо сказать, что в основном биопсия сторожевых лимфатических узлов. Вы знаете, что исторически у нас было руководство это делать, но из-за того, что сегодня у нас улучшается системная терапия, лучевая терапия, и также у нас лучшая информация по, так скажем, с лучшей прогностической значимостью, именно поэтому сегодня на основе всех этих данных мы можем, по большому счету, избежать биопсии сторожевых лимфатических узлов. Это показано в большом количестве исследований с 99 года. С другой стороны, существует большое количество проблем, которые связаны с лимфодиссекцией, с акселярной лимфодиссекцией. Вы видите, это и лимфатический отек, и ограниченная подвижность конечностей, и болевой синдром. И вот это было рандомизированное исследование, которое рандомизировали пациентов, которые были отрицательны по лимфатическому акселярной области. Соответственно, они проходили либо диссекцию, и если они были, если там была положительная ситуация, то они проходили биопсию или без биопсии. Вы видите, что у нас здесь абсолютно схожие результаты. И здесь диссекция, акселярная диссекция проводилась или нет. И вот это вы видите результаты через 10 лет наблюдений. Вы видите, что общая выживаемость и бесрецидивная выживаемость и местный контроль не изменяются или значимо не отличаются. 69 было обсервационных исследований проведено по биопсии сторожевого угла. 69 и 3 метаанализа и 7 рандомизированных исследований, которые включают Альманак и НАСБАП B32. И они подтверждают эти данные. Если мы говорим о биопсии сторожевого угла и о есть определенные технические соображения. Прежде всего, голубая краска прежде всего используется, и прежде всего
мы должны использовать радионуклеотидную оценку, мы должны исследовать и один зеленый, и то, что касается поверхностных техник и глубоких техник, мы используем в основном поверхностные техники у пациентов с после процедуры или во время процедуры биопсии сторожевого узла. И зачастую не требуется дальнейшего вмешательства там, где была сделана биопсия, даже если у нас большая опухоль, больше 5 сантиметров, это те пациенты, либо у них есть в наличии изолированные отдельные, так скажем, опухолевые клетки. Было вот еще одно исследование, где исследовались статус по микрометастазам и сторожевого лимфатического узла больше 2 мм, приблизительно 0,2 мм. Это было испанское исследование, и также американский коллегия хирургических онкологов, онкологов-хирургов. Если у нас есть... Если у нас стадия Т1, Т2, Н0, мы можем делать биопсию сторожевого узла или нет, но по большому счету это никак не влияет на выживаемость. И это соотносится хорошо с последней публикацией в ESMO, где говорится о том, что сторожевой лимфатический угол либо у пациентов с клинически отрицательным раком груди, мы делаем биопсию сторожевого узла. Надо сказать, что подмышечные и положительные сторожевые лимфатические узлы не требуют дальнейшего хирургического вмешательства у пациентов, если есть один или два макрометастаза в лимфатические узлы, и это пациенты, у них ландэктомия должна быть сделана, и Т1, Т2 опухоли в этом случае, с Т1, Т2 мастэктомия показана, и если есть 1-2 положительных лимфатических узла, то хирургическое вмешательство не требуется. Итак, почему диссекция, аксиллярная диссекция должна быть сделана, или мастэктомия с наличием больше, чем 5-сантиметровой опухоли в молочной железе и макрометастатической болезни. Итак, эксперты согласились с тем, что они должны сделать аксиллярную лимфодиссекцию с капсулярным прорастанием в лимфатических узлы. И также, если они не соотносятся с критериями, и если у них больше, чем 2 метастаза в лимфатические узлы, но аксиллярная лимфодиссекция, по большому счету это все равно противоречиво, нужно ли делать биопсию сторожевых узлов, и они предполагают, что это в основном зависит от многих других факторов. Мы все прекрасно знаем знаменитое исследование Z11, которое было сделано Гильяно, который классифицировал пациентов с двумя положительными сторожевыми узлами. Здесь мы можем перейти к аксиллярной диссекции, либо сделать только биопсию сторожевого узла. И две группы, тем не менее, показывают похожую лакрегиональную выживаемость, извините, рецидивирование, общую выживаемость и также безрецидивную выживаемость. То, что касается исследования АМРОС, вы видите, что мы здесь можем сделать биопсию сторожевого узла, также диссекцию, аксиллярную диссекцию, и опять нет никакой разницы в пятилетней рецидивной безвыживаемости или безрецидивной выживаемости или общей выживаемости в этих двух группах. Соответственно, единственная разница – это лимфатический отек. И таким образом у этих пациентов, у которых была диссекция аксиллярная, через год и через 5 лет, вы видите, что у нас схожие результаты. Соответственно, если у нас есть даже большие опухоли, но при этом изолированные клетки, мы наблюдаем либо отрицательный статус сторожевого узла, мы можем не делать хирургическое вмешательство у пациентов, у которых опухоли Т1, Т2, то мы можем сделать мастэктомию у пациентов с Т1, Т2. И все эксперты согласны с тем, что у тех пациентов, у которых больше двух положительных лимфатических узлов, и если они не подпадают под критерии Z11, если у них больше двух лимфатических узлов, то нужно сделать мастэктомию с расширенным полем резекции. У пациентов, у которых инвазивный рак,
И как насчет расширенной диссекции? Адекватное количество, так скажем, объем операции, это был момент, который обсуждался, и считалось, что адекватно это 10 удаленных лимфатических узлов, это максимальное расширенное поле диссекции. И то, что касается второго сценария, после, если у нас негативные до неоадъювантной химиотерапии или положительные до неоадъювантной терапии. Это разные два сценария, разные два случая. И, соответственно, они могут стать положительными или отрицательными после неоадъювантной химиотерапии, или остаться положительными. И все эксперты пришли к выводу, что там, где у нас наблюдается клинически негативная картина в подмышечной области, мы должны оценить стрижевой лимфатический узел после неоадъювантной терапии, в то время как у клинически положительных случаев для рестадирования лимфатических узлов необходимо это сделать после неоадъювантной терапии. И вот здесь вы видите, каким образом организованы руководства и как они эволюционировали. Это руководство NCCN с 2011 по 2019 год. Вы видите, что биопсия лимфатического узла там сделана до неоадъювантной терапии, и это по большому счету сочетается с теми рекомендациями, на которые мы опираемся, потому что там, где у нас клинически негативная картина, мы делаем стрижевой узел после неоадъювантной терапии. В клинически позитивных случаях мы для рестадирования мы опять-таки это делаем для того, чтобы оценить эффекты неоадъювантной химиотерапии. Некоторые из этих исследований, они, как мы услышали от предыдущих докладчиков, это исследования с отрицательными узлами. По биопсии стрижевого узла вы видите, что здесь у нас есть ложно-отрицательные результаты, приблизительно от 0 до 10%. У пациентов с клинически положительными узлами в подмышечной области мы для того, чтобы достичь хорошего, полного радиологического ответа после неоадъювантной терапии, все эксперты согласны с тем, что биопсия стрижевого узла должна проводиться в 40% случаев приблизительно, и 40%, извините, согласны. И некоторые говорили о том, что должна быть сделана только таргетная диссекция подмышечной области, потому что это необходимо. И также очень важная рекомендация, как мы знаем, мы только что выслушали очень много об этом, что есть новые терапевтические подходы, которые позволяют нам достичь полного патологического ответа приблизительно в 76% случаев у HER2 положительных пациенток с РМЖ. Мы только что видели вот этот слайд по исследованию стрижевого узла после неоадъювантной терапии, включая Сентина и Сан Эфнак. И здесь говорится о том, что нужно использовать несколько или двойную терапию, так скажем, для того, чтобы улучшить ложноположительную ситуацию с ложноположительными результатами. У пациентов с клинически положительными узлами в подмышечной области, там, где мы не можем достичь радиологического ответа, все эксперты говорят о том, что мы должны перейти к диссекции, к аксиальной диссекции. И на данный момент у нас нет РКИ, которые бы сравнивали пациентов с биопсией положительного узла и без диссекции. И, соответственно, возможно, это деэскаляция терапии. Это также хорошо сочетается с руководствами NCCN 2018 года, где говорится о том, что если у нас пациенты с клинически положительными узлами, мы должны перейти к аксиллярной лимфодиссекции в обязательном порядке. А то, что касается системной терапии среди пациентов с положительными лимфоузлами, стрижевыми узлами, мы попытались убедить экспертный совет в том, что мы можем не подвергать их химиотерапии, если у нас 1-3 узла. Но здесь было очень много противоречий, много споров, и эксперты все не согласны с тем, что нужно перейти к неоадъювантной терапии в качестве первой линии терапии, если у нас 1-3 вовлеченных, так скажем, затронутых узла в аксиальной области. В 2017 году в Вене, в Сенгалине,
эксперты говорили о том, что даже если у нас один позитивный лимфатический узел, нужно перейти к системной химиотерапии. На данный момент мы не можем еще этого полностью исключить, этого подхода. Если мы с вами посмотрим на работу с лимфатическими узлами в аксиллярной области, пациенты с РМЖ, с, так скажем, доброкачественным состоянием, все эксперты решили, что они должны перейти к биопсии сторожевого узла, и в основном все были согласны с тем, что мы должны сделать эту биопсию. И если у нас множественная локализация заболевания или множественная болезнь, то в этом случае, если у нас есть воспалительные процессы, то в этом случае мы также можем сделать биопсию сторожевого узла для подтверждения диагноза. И также, если мы говорим о повторной биопсии, но если у нас в анамнезе у пациентки была диссекция подмышечной области, то в этом случае они предпочли бы лечение положительных узлов при помощи неоадъювантной терапии и затем хирургическое стадирование подмышечной области. То, что касается протоковой карциномы инситу, все эксперты были абсолютно согласны, что нет никакой необходимости переходить к диссекции, лимфодиссекции в аксиллярной области. И пациенты лампэктомии, также эксперты советовали лампэктомию при данной карциноме. И также у нас есть определенные противоречия с точки зрения аксиллярной диссекции, там, где у нас положительные края резекции. И у беременных женщин это другая ситуация. Все эксперты были согласны с тем, что биопсия сторожевого узла должна быть сделана при помощи радиоколлоида, при помощи техники 99М. И здесь это был хороший консенсус. Также АСКО говорит о том, что эксперты АСКО говорят о том, что у нас сегодня достаточно данных для проведения подобной биопсии во время беременности, в то время как ЭСМО с этим не согласна. И вот это приблизительно свод всех рекомендаций BGICC 2019 года, оценка при помощи сонографии, так скажем, и биопсия только в очень сложных ситуациях. Итак, мы можем сказать, что сегодня у нас действительно меняется парадигма. Мы стараемся деэскалировать введение подмышечной области и снизить количество подобных операций, которые могут действительно травматизировать наших пациенток. И также у нас сегодня недостаточно данных, у нас продолжаются РКИ. Наши подходы сегодня меняются к аксиллярной области, и междисциплинарное обсуждение очень нужно, и вообще междисциплинарная команда и для лучших исходов, меньше инвалидизации пациенток. И мы ждем конечных рекомендаций, конечных заключений экспертов, и ждем очень следующего заседания BGICC, которое будет в Каире между 9 и 10 января 2020 года. Вот это один из наших дворцов. И я могу сказать, что у нас есть 5 грантов для самых лучших экспертов, которые могут отправиться на BGICC в следующем году. Спасибо за ваше внимание. Please. Thank you very much for your talk. Большое спасибо за ваше выступление. Вы каким-то образом отделяете пациентов с тройным негативным раком клинически и после неоадъювантной химиотерапии и биопсии сторожевого узла, если она отрицательная, на группу для получения дополнительной химиотерапии, если есть резидуальная остаточная опухоль. Я полагаю, что это очень важный вопрос, очень важно их классифицировать по биологическим параметрам и по каким молекулярным сабтипам. Да, мы должны это делать. Я полагаю, что это абсолютно необходимо, потому что нам нужна более таргетная лимфодиссекция, как минимум вот 3 узла нужно удалять для того, чтобы четко понимать, что у нас точно отрицательная ситуация. Да, спасибо.